Привет, друзья! Сегодня я готовлю очень легкий и очень вкусный быстрый завтрак из самых обычных продуктов. Яблоки, желательно с кислинкой, моем, чистим и натираем на крупной терке. Добавляем яйцо, щепотку соли, сахар, перемешиваем. Добавляем муку и опять все перемешиваем. Тесто для оладушек готово. Жарим оладьи на разогретой с маслом сковороде на среднем огне до золотистого цвета примерно по 3-4 минутки с каждой стороны. Первую порцию оладушек я пожарила более толстенькие. Вторую порцию оладушек я пожарила потоньше. Вкуснее всего подавать эти оладушки сразу же с пылу с жару. И, конечно же, со сметанкой. Это у нас более толстенький оладушек из первой порции. А это уже и со второй порции испекла более тоненькие оладушки. Обе порции оладушек получаются очень вкусные. Обязательно приготовьте, если вы их еще не пробовали. Это очень вкусно. Приятного аппетита, хорошего вам настроения и будьте здоровы!